дождик шел. Очень многие пытаются выглядеть интеллигентом, думая, что они уже носят очки и завязывают галстук. Должны знать все мы, аристократами не становятся, аристократами рождаются, интеллигентами не становятся, интеллигентами рождаются. Худо Рахмат Кадабалша, подари Борис Моя, подари Стелла Кельна Моя, Лим Ишмат Мройцов Бен Рацборо. Я немного с ним встречался, немного общался, но эта интеллигентность я увидел в нем. И я думаю, меня поддержат, если скажу, что эта интеллигентность передалась его сыну Борису. Худо Рахмат Кадабалша, и большое ему спасибо за Бориса и за Стеллочку. Стелла вхожа в наш аулот, в наш род уже, я думаю, 37 лет. Наш аулот уникальный, очень добрый и порядочный аулот, и в то же время хорошая цензура. Стеллочка наша выдержала все испытания в силу того, что в ней течет добротная кровь ее прекрасных родителей, матери и отца, Худо Рахмат Кадабалша, Ицхока. Стелла, тебе большое спасибо за то, что вы, ты и твой брат, живете достойно, правильно. Я не знаю такой ситуации, или такого момента, или такого случая, что вы, ведя себя недостойно, опозорили имя своих родителей. Я вообще всегда говорил и тебе, и Рапику, что твой брат Борис вообще родился в неправильном generation. Он вообще этому миру не принадлежит. Столько порядочности, столько скромности, столько честности. Это заслуга ваших родителей. Я хочу поднять один больной вопрос, который задет в нашей общине. Вопрос очень серьезный. Мы становимся свидетелями таких явлений, которые нежелательны ни в одной бухарской семье. Мы этого не заслуживаем.